Новые комфортабельные автобусы, современная мойка, аккуратный ремонтный цех. А ведь еще 2 года назад это предприятие находилось в плачевном состоянии. Сейчас здесь практически полностью обновили весь транспортный парк. Был большой запрос от наших жителей на обновление общественного транспорта. Мы к этой работе отнеслись серьезно. Это не только приобретение нового пассажирского транспорта, не только новых автобусов, но и трамваев. Вы знаете, мы сейчас будем и троллейбусный парк обновлять, но мы увеличили, изменили маршруты. В маршруты у нас теперь включаются в общую агломерацию и с Копейском, и с Сосновским районом. На всех магистральных линиях работают сейчас большие автобусы. В МУП, служба организации движения, теперь 259 новых автобусов. Особенно здесь гордятся своей ремонтной базой. У нас полный цикл от техобслуживания до кузовного ремонта, покраски. То есть мы сейчас никому не обращаемся. Мы имеем дилерство 2 заводов-изготовителей. Волгобас, ЛиАЗ. То есть не платим на сторону никому деньги. Все делаем у себя. Соответственно, экономим свои деньги. Ну и второе, так скажем, у нас специалисты пошли обучение на заводах, знают и умеют эксплуатировать газовые машины. На предприятии трудятся 374 водителя, 21 из них – женщины. Так, открываем капот, смотрим, чтобы газовая была закрыта, вот заглушка, здесь газом заправляется автобус, чтобы закрыто было все. Так, смотрим. Масло, вот, что у нас, масло проверяем, самое главное всегда с утра, вот, масло у нас достаточно. Светлана Андреева за рулем 27 лет. Все это время управляла троллейбусом. В прошлом году решила поменять электротранспорт на автобус. И теперь просто в восторге. Ну, здесь вообще намного легче, чем на троллейбусе, если честно, да. И тут регулируется и руль, и сиденье, как бы, ну, там сиденье тоже на троллейбусе регулируется, а тут как-то более комфортно. А еще нравится внимание пассажиров. Говорит, к женщине-водителю горожане относятся с особым уважением и всегда благодарят за аккуратное управление транспортом. Сегодня Светлана и ее коллеги получают еще одно поздравление. На этот раз от губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Мы будем продолжать увеличивать заработную плату, поэтому для нас общественный транспорт – это стратегическое направление. Я еще раз вас благодарю за то, что вы этим активно занимаетесь. Спасибо, с праздником! Наталья Кудряшова, Виктор Щелков, Урал-1.